Советские люди привыкали к жизни в Берлине. Среди них Лидия Овчаренко. Германия на перепутье. Пока можно только гадать, куда повернет дорога истории. Ну кто я? Простая деревенская девушка. Училась в школе десятилетки. Потом, когда началась война, пошла уже великий путь. Прошла путь через всю Украину, Крым и вот до Берлина. Судьба Германии находится теперь в руках победителей. Яблочко. Thank you.
Спасибо вам, дорогие ребятки. Счастья вам, здоровья и любви. Солнечной поляночке другую выгнул кровь парнишка на тальяночке, играет про любовь, про то, как ночи жаркие с подружкой проводил, какие полушалки ей красивые дарил. Играй, играй, рассказывай, тальяночка сама, черноглазая звезда судьба. Играй, играй, рассказывай, тальяночка сама, о том, как черноглазая звезда судьба. Когда на битву грозную парнишка уходил по ночью темной звездною, ей сердце предложил. В ответ девчина горная шутила, видно с ним. Когда вернешься с орденом, тогда поговорим. Играй, играй, рассказывай, тальяночка сама, о том, как черноглазая свела с ума. Тальяночкой дружил и в лютой битве с ворогом медаль он заслужил. Пришло письмо летучее в заснеженную даль, что ждет, что в крайнем случае согласно на медаль. Играй, играй, рассказывай, тальяночка сама, как черноглазая.